На еженедельном совещании выездной администрации в Звенигороде председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова сообщила, что жителям ЖК «Высокие Жаворонки» необходимо автобусное сообщение с железнодорожными станциями Голицыно и Жаворонки. Новый маршрут номер 42К уже согласован с областным Минтрансом и утвержден, отметил глава муниципалитета Андрей Иванов. Конкурсные процедуры по определению перевозчика также проведены. Остановка транспорта была предусмотрена еще в ходе строительства.